Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас Epic High с композицией Screen Time, и еще тут у нас Хоши из группы Seventeen, марафон, по которой сейчас идет. Удивительно, Seventeen везде и изо всех щелей лезут. Ну и почему бы да? Ссылки на экране, подписывайтесь, и мы начинаем. Baby, I'm fine, don't worry about me. I'll be okay, 잘 살고 있으니, don't cry. Ну что ж, ночная музыка, добро пожаловать. Хотя у меня совсем не ночь, хотя может показаться. Но, опять же, плотный бас, такие, знаете, немного потертые, винтажные по звучанию тарелки. Ну, в плане у них просто верх, они не очень много, они немного такие еще подгруженные. Ну, в общем, очень приятные барабаны, очень приятно подобраны сэмплы. No, 내가 알고 있던 것보다 차가운 사람. Like 그래서 미소 띈 사진에서 내 헛된 걱정 무색할 만큼 잘 지냈어. 차라리 다행인 듯해 난 미안했어 내가 괜찮. Очень ненапряжное звучание, мне нравится такой прикрытый звук у инструментов, ну такой слегка скругленный, опять же клавиши такие мягкие, то есть, ну да, тарелки самое резкое, что здесь есть, ну а как зачитывают, прям очень, знаете, успокаивающе звучит. Хоть песня такая слегка меланхоличная, как я вижу сейчас. Может быть, в конце все изменится, хотя маловероятно. Ну, в плане, что вдруг какой-нибудь, не знаю, там, проигрыш на электрогитаре соло. Такое маловероятно. Но, тем не менее, пока все прям отлично. Еще что здорово, парни тут поют и читают достаточно в высокой тесситуре, поэтому то, что у нас такой округлый, басовитый, басистый трек, вообще никак не мешает. Ну и опять же, еще пинок бочки здесь тоже такой прям здоровый. Ну там немножко бас в этот момент становится тише, старый добрый сайдчейн. Но в целом, прямо красота. И все минималистично, то есть инструментов не то чтобы очень много. 한때는 이정표 같던 너의 미소 이젠 화살처럼 가슴에 날아박히고 귀찮을 만큼 받기만 했던 관심도 돌려줄 것도 없는데 가지고 후회는 무의미하지만 참 미안했어 나와 지낸 시간 수평선 같은 날들 속 네 기억들만 두고 지내 늦었지만 미안 Never I'm out of the day You look good in everything 그런 행복은 Sick of all the screen time 어떻게 지내 아픈 데는 없는지 너도 나 같은지 요즘 뭘 먹고 마시고 어떤 행복을 찾는지 오늘 뭘 입고 어디서 어디로 향해 가는지
있어 이렇게 지내 Балдеж. Прекрасно звучит, хоть я и не любитель спокойных композиций, прямо совсем спокойных, но это очень умиротворяюще, успокаивает. И в конце гитары были прекрасные просто, с там, хорусом легким, вибрато. Ну, имеется в виду не прием игры, а педаль скорее гитарная, которая искажает немножко звук. Может быть, даже фейзер какой-то был. Кто знает, я же не могу посмотреть в проект песни и посмотреть, какие там использованы дорожки. Но, тем не менее, композиция мне понравилась, я добавлю ее в плейлист, почему бы и да. Это не в смысле дело одолжения, а в плане больше разных песен лучше. И все, что я могу сказать, список бустеров на экране. Спасибо, дамы и господа, мы за то, что вы продолжаете поддерживать. Товарищи, товарищессы, YouTube-спонсоры и, конечно же, донатеры. Хотя последняя категория все реже и реже появляется, но она все еще есть. Большое всем спасибо. Далее, бусти. Ранний доступ ко всем реакциям, новостям и дополнительный контент в виде всяких шоу, которые мы там смотрим, я их комментирую, и нам очень весело. Ну, я на это надеюсь, по крайней мере. Далее у нас MP Reviews. Это кей-поп новости, очень интересно рассказываются, и там даже, говорят, голоса меняют. Но пока не проверите, не узнаете. Далее MP Entertainment. Музыка, MP Covers. Как неожиданно каверы. Далее есть еще телеграм-канал Хаплокация. По-прежнему Максим, я не говорю вам прощай, я говорю... До новых встреч. Пока.